Вот мы уже и в Азове. Идем все на прогулку. Что, Тём, будешь заниматься на стадионе сейчас? Да. А что ты будешь там делать? Бегать. Бегать? От кого? От мамы. А-а-а. Это хорошее занятие. Стадион. Тут он похож на входе контроль масок и всего остального. Интересно, а там открыто будет? Где? Да вон, на стадион здесь. Здесь от 17 до 15.08. Где он, почитаю, не то. Удостоверение личности нужно предоставить. Замерки, температуры тебе сделают. Где он, почитаешь? Не забудь одеть маску. Ну что, здравствуйте. Читай, видишь? Так, а можно на стадион? Можно, позже. Масочки одеваем. Так. Записываемся, температурку меряем и заходим. Хорошо. Вика, неси маску. У вас есть маски? Вика, неси маску. А ты сколько их брала? 32. У которую я взял? Так, нет. А что ж ты без маски-то? А как тебя в магазин пускают? Да там-то еще можно. С колясочками у нас нельзя на стадион. Ну вот, видишь. Пошлите на другой стадион. На правильный. А то у них с колясками нельзя, в маске бегать. Нет. Ты его одного бросишь? Ну вот это не вариант. Да. Видишь, так что тут дурдом еще тот. Вот и сиди твоя маска. Моя маска там. Моя у меня. Ну, короче. Ну, папа, твоя где? Я не взял. В смысле? Она у меня обычно в сумочке, я в сумочке. Ну вот мы и в парке. Хорошо, все рядом. Только Ники теперь можно вот. Ага, помнишь, ты на том проездке как катался? Много раз. Да я не. Мне кажется, другой, да? Да, другой, мам, я помню как. Подменили. Видишь, какая змея лежит там? Да. Нет. Все. Можно пройти? Тёма, ну что ты встал? Сколько раз тебе говорят, не лезь под коляску, Тём. Ой. Ага. Ну на том кузнечике нельзя, скажи. Не, ты еще слишком маленький. Там таких маленьких не пускают. Ну а чем мы сюда пришли? Не знаю. Мы тут ничего кататься не будем, да, Тёмик? Нет. Что мне тогда тут делать? Не сто. А этот, водяные работы? Похоже, что нет, я там не вижу, чтобы кто-то катался. Не работает? Ну, тут совсем детский. Ну, да. Иди, раствор для дезинфекции. Ну на той Гардебахале. Че, вот она? Да. Я хочу там покататься. Ну а ты с ней как побудешь? Да побудет мы отец с ней. Мы никуда не возьмем с собой. Мы пофоткаемся с тем. Это как? Вот так. Ну вот.
Да, тут почти ничего не изменилось, да? Так, может, ты на той покатаешься? Нет. А че? Нет, там страшно. Да. Блин, я хочу на первом ряду. Ну давай GoPro-шку, мы пошли в тему. Это наше приключение. Я так боюсь. А че ты боишься, может? Это американские гонки. Американские горки почти. Да. Спортсмен. Бегун? Да, фрутоняне. Что какие-то. Ничего не написано даже. А ты даже есть такие фрутоняне. Книжная лавочка. Уже пободрали все. О, лавочка! А у нас такое же есть. Я люблю сыровики. Так, точно такое. Да куда там? Нет, у нас такое. У нас просто сердечко. И в ней написано. Точно, а тут, да. А тут вон буквы какие. Ну, у нас буквы. Зато, вот, смотри, сердечко сверху проломили. Проломили. Вандалы. Что, сфоткать вас? Ну, давайте. Смотрим сюда. Батут, батут. Ты сам как большой батут. Тёмик, надо еще потом отжимание. Мама, такого хватит отжимания и пресса. Какого такого? Печел к наву. Ах ты какой, Тёма, Тёма. Какая как? О, смотри, вон того мальчика рюкзак, как у тебя. Да. А фонтан не работает. А зато в центре у нас фонтан есть работающий. Ну, сейчас дойдем. Не слишком поздно будет. А что, не круглосуточный, что ли? Нет, не круглосуточный. Интересно. Киноаттракцион 9D. Цифры растут. Скоро будешь заходить, а тебе ведро с водой на голову. Это был 10D, да? Эффект. Да. Видишь, у них тут все работает. Никакого карантина нету. Как закончился, а то же было все закрыто. Парк был закрыт. Я раньше любил этот попкорн. Да, особенно который продавался рядом с музеем. Да. Там самый вкусный был, я помню. Ты первый с ноги, я тебя за ноги за уши. Мам, там закрыто! Лампа, цепи, да. Да, правда, лазит там. Ну там если по воздуху ты подходишь. По размеру-то ты подходишь, ты уже на дылду похож, Тёма.
пойдем. А сильно пойдем. Я никогда не был. Там высоко, Тём. Да. Ты сразу наложишь и все. Там что, страховка? Да. И упаду, да, мам? Упадешь. Ну не сильно. Вон даже этот поставили скалодром. Ага, правда. Показать нашим правительствам. Скалодром. А что такое выходили, что когда не будешь здесь, это не нет. Он был немножко иной формы. Ну, вон мелкая девочка там лазит. Ты же будешь плакать, прижмешься к дереву и все. Не сможешь? Нет. Конечно. Здрасте. А ему можно? Можно. И чтобы тем, когда падать будешь, было не так больно. Чтобы мозги было найти проще, если ударишься, как и шлем. Альпинист. Сейчас тебя к дереву пристегнут, и мы пойдем. Мороженое есть. Смотри, замочек держит тебя на тросе, чтобы ты не упал. В этом дереве такая пластинка. Чтобы дальше пройти, тебе надо вот этой вот дырочки проводить через пластинку. Попробуй. О, попал. Хорошо, поднимайся. Вперед. Давай, давай. Все сам, Тём, все сам. Хотел сам? Вперед. Давай, давай. Полез. Проводи, замочек. Проводи ее дальше. Не спеши. Пластинку видишь? Проводи замочек. Дальше веди его. Дальше, дальше. Вот, веди, веди, все, веди. Еще, толкай его сильнее. Все, тебя отпускай. Пошел. Берешься за веревочки. Давай. Давай. Да вот это смелый, конечно. У тебя сводка, это вот такой большой высоты. Я слишком большой, мам. Давай, иди за это. Маленький метр. Мне надо побольше метров. Давай, мой большой. Ник, смотри, брат идет. Че идет? Я кручу. Главное, головой толкает этот. Страховка. Да не страшно. Давай, давай. Давай, толкай, заводи туда. Вот, молодец. Шагай. Давай дальше. Давай, давай, вот,
Толкай, толкай. Во. Давай, держи. Давай, вперед. Вперед, Пёмочка. Пен по доске. Ну да. Давай. А там доски сбоку, будешь идти так вот ногами. Давай, дружок. Я вот тебе на тот лёгкий. Давай, давай, иди. Это самое легкое. Давай, Тём, быстро, 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 быстро. Папа, я думала, что это так... Легко вообще. Да, легко. Ты молодец, сыночек. Я скалолаз. Давай, скалолаз ты наш. Мам. Из магазина скалолаз. Молодец. Туда скалолаз. А, вот это было отлично. Давай, давай. Эпичный ты наш. Оп. А! Эпично. Давай, лезем, лезем. Как ты? А! Страшно. Вот сам попробуй. Тём, мне вообще не страшно. Да, папочка, я понимаю, что тебе не страшно. Конечно, не лезь. Для взрослых тоже так? Конечно. Давай, Тёмочка. Да ничего, иди, давай, он за тобой будет просто тащиться. Вперед, вперед. Ну, дальше будет интересней. Сейчас бабушкам отправлю фотографию, они там с ума сойдут. Давай, папа. Отправь. Отправляй. Так они вообще там... Офигеть! Давай, давай, топай. Да ты просто иди, не обращай внимания. Сай. Давай, проводи теперь. Становись ровненько и проводи эту штуку. Перецепляй. Вот дальше будет интересно. Давай, давай, иди, мальчик. Давай, давай, заводи ее. Вот, молодец. Катиться. Давай, ножку перешагивай. Молодец, держись ручкой. Вот, умничка. Вот. Молодец, вообще же нормально, я держу. Давай, давай. Все, давай. Молодец. Видишь, держись, и не страшно держись, мне. Держись, держись. Отлично, ты молодец. Вот тебе тренировка. А после этого можно плохие словами говорить? Можно. Да? Да. Давай, хотел, хотел же. Ты шагай, шагай. Все можно пойти. Девочка, видно, уже тренированная, да? Не первый раз. Но первый тут... раз пришла. Первый? Да. Я тоже первый, да, мам? Давай. Завтра этим скалолазки бесценной. Даша, не торопи. Молодец, сынок. Мам! Молодец. Позови, давай, давай, иди, Тём. У тебя отлично получается. Ага, отлично. Ты вниз не смотри. И все, давай, шагай, шагай. Я хочу. Давай. Давай, давай. Даша, не торопись. Я спокойную. Это обычная, Тём. Это самая легкая. Обычную, давай, давай, землю. Ты уже прошел, Тёмик. Давай. Давай, иди, иди. Давай. Держись, иди, молодец. Да ты не хочешь, мам. Ты тут боишься. Ты пока не в мягкий. У меня там кача. Тихо, тихо.
побежала. Ну, ну что, страшно было? Ну а теперь самое крутое. Давай дальше перещелк. Садись, попай. Опа! Поехал! Класс, Тёмик! Классно! Классно было? Нет! Веревочный парк! Ты так хотел веревочный парк! Ага! Веревочный парк! Меня зовут Дея! Смотри, вон девочка! Вот смотри, раз и поехала легко. Ну ничего страшного. Она там Дева. Папа. Классно, да? Ну понравился тебе веревочный парк. А ты сейчас пойдем еще раз пройдешь. Да он есть. А я же тебе говорил, ты высоты боишься. Куда ты полез? Да нет, я тебе... Ну хотел же попробовать, тебя да? Тебя не боюсь, мама. Пошли еще раз. Центр города. Дворец культуры. И почему у нас нельзя вот так сделать центр города? А мы сейчас на камеру говорим? Да. Не надо. Я люблю Суровикину все равно свою. Но Азов круче. Вот это движняк, да? Как у мухи музыка играет. Ника, Ника танцует. Ника вообще волну поймала. Там драка там была. Да это так. Тёмыч, Тёмыч. Молодёжь тусует. Такая замечательная аллея тут. Что изменилось? Вон там что-то какие-то... Качели появились, да? Ой, тут смотри, камушками засыпано и все. Вот. И внутри там другая плитка стала. Качели. Тут все было разрыто, все. И здесь тоже, да? Все переделали, да. Да за 2 года тут вообще. Очень много изменилось. У нас такое за 20 лет обычно. Ну там все занято. Это качели. Но азовские жилики лучше всех. Вот это Азову обошлось в 1 150 000. А на самом деле цена этому 50 тысяч. Воровать так по-крупному, да? Ну а что? Ну так, 5. Ростелеком. Елочки выравнивают. Деревья кругом делают. Смотрите, вон пацаны за тобой бегут. Вон, спереди. Летал. Что? Здесь так, белый клуб болот. Белый клуб боятся. И белый клуб. О, правда, круто. Значки я видел. Даже велодорожки есть. А мы если с дома идем, то здесь выходим по прямой. Чуть дальше будет фонтан, эскимо там купим. Проезда сюда нет. Видишь, даже солнечные панели здесь стоят у людей. Только как-то со стороны, солнце, по-моему, с другой стороны. Обосранное. А там не будешь купаться. Потому что ты кокос.
Я не кокос, я разбита тут. Азов Сити. Планета Second Hand. Нормально. Все, не лезь. Хлоркой воняет ужас. Что у тебя место? Вперед? Ага. Все для людей, даже водители останавливаются. Байкерское кафе. Привет. Какие цветы красивые.
Снега. Аорика. Да вот жаль, уже солнце зашло. Не кушай. Садись. О, отремонтировали, смотри. Магнит косметик там. Детский мир. ДНС. Круто. Так, а где спуск с колясками? Наверное, там с краю. Пошли. Нормально тогда. А я когда был маленьким, я помню, с папой туда ходили, он обслуживал. О, вот это я понимаю, велоклуб. Да. Что, съедешь? Они поместятся. Не поместятся мелкие. А там ровнее, думаешь? Розы красивые. Я их тоже не помню. Здесь очень изменилось за 2 года. Прям реально изменилось. Прям очень все ухожено. Прям вообще. Оно и было тут хорошо. Да. Вообще красота. Действительно город, в котором хочется жить. Ну, давайте, давайте быстрее. Ну-ка давай, Вик. Ну так что ж ты? Ну-ка, Вик, давай мастер-класс покажи. Бросай. Идет. Телефон. Как классно. Да, я же говорю, город, в котором хочется жить. Ну, насчет жить не знаю, а так вот отдыхать, да. А жить, мало ли, работать. Ты знаешь, это Ростовская область. Здесь зарплаты и все остальное выше гораздо. Осторожно. Так, девочки, отходим. Помните, как дождь тут был на день города? Да, помню. Вик, правей. Вика. Вик, правей. И мы прятались тут. Нельзя было в связи с коронавирусом, что ли, забор поставили? Да. Обалдеть. А потом ремонтом стали делать. Ну, порожки и тогда раньше делали, я помню. Не каждый год их делали. И без толку, да? Ресторан закрыт, видишь, пока еще. Вот, досадно. А то мы хотели в ресторан. А я там был, там красиво так. Да, вон фонтан разноцветный, я вижу отсюда. Посвети туда. Сходим и туда. Ну а это что, там тоже закрыто? Нельзя увидеть даже? Обойти можно справа. Блин, вообще, я думал, подойдем сейчас. Обойдем справа сейчас. Ну давай к фонтану, то Тёмик хочет. Хочет фонтан.
Что, Тёмочка, ты еще не искупался? Теплая водичка из фонтана. Заеду. Тихо ты. Нырнешь. Залезет он. Да. Ой, там смотри, баржа плывет красиво. Томик. Куда? Я думал, мы вот сюда вот подойдем, красиво станем. Я красиво нас засниму. А тут забор поставили. Молодцы. Все для людей. И что теперь? Ой, все сломали. Обалдеть. Вот это да. Такая надпись красивая была. Все разломали. Деньги осваивали. Нам видно, что мы какие-то не такие. На нас так все смотрят. Да это на меня. Просто тут, но, наверное, мало таких с видеооборудованием. Кафешка это работает. Помнишь, мы там? Да. Да. Шашлык еще был. Жестковато. Ну, тут... я хочу туда зайти, как мне зайти. Да. Это... по газону. По газонам, да. Где на кассе. А тут мы... Ну, давай протащим. Есть желание протащить? Да. GoPro Stop видео. Что это, Мишка? Очень хочется где-то. Ну, пойдем. Эх, солнце уже зашло. Так. Странный такой жучок, паучок. Ты кто? Ты куда ползешь? А? Ух ты, как умеешь, а? Ты смотри, главное же не коленками. Вот это паучок, жучок. Вот это паучок, жучок. Паучок, жучок. Паучок, жучок. Видел дедушка, Ника тоже отжималась. Но. А я пойду палку. Иди аккуратно. Так, ну что, давайте ближе к дому. Ну что, сейчас быстро стемнеет. Ням-ням-ням. Да? Ням-ням. Ты уже кушать хочешь? Ням-ням. Аня? Космонавт, да? Пристегнутый. Ага.